Вся жизнь Игоря Гейдмана связана с музыкой. Он руководит концертным агентством, а в свободное время виртуозно играет на саксофоне. В музыкальной сфере Гейдман трудится уже более 15 лет. Именно его команда отвечала на чемпионате мира по футболу 2018 за организацию концертов, за что сегодня получила ценные подарки от администрации города. За нас говорят наши дела, как говорится. Судя по оценкам не только нашего руководства, но и просто гостей города, мы сделали свою работу на 5 с плюсом, за что испытываем очень большую гордость. Во время чемпионата в Самаре прошло множество ярких праздников. Гастрономический фестиваль, азбука самарского футбола, стена болельщиков. Одним из самых значимых проектов стал «Модерн в облаках». Для участия в нем отобрали 18 зданий памятников архитектуры модерна. Над ними в воздух поднялись 4-метровые гелевые шары с тематическими рисунками. Этот проект позже был удостоен всероссийской награды как лучший во время Мундиаля 2018. Всех причастных к организации культурно-массовых событий поблагодарила глава города Елена Лапушкина. Для нас с вами нет невозможного. И сейчас, когда мне коллеги ставят свои трудности, я говорю: ребята, вспоминаем чемпионат. Давайте любить свой город, жителей, которые здесь живут, и надеяться на нас, и на новый проект. Чтобы сохранить все воспоминания, связанные с чемпионатом мира, было принято решение создать альбом «Самара в игре». В нем собраны фотографии, сделанные в Самаре болельщиками и местными фотографами. Праздник азарта, веселье и дружелюбие останется в сердцах тысяч жителей навсегда. Мария Илчан, Константин Головин. События.